Полиция Алматы ликвидировала подпольную нарколабораторию, в которой изъяли 15 килограммов психотропного вещества мефедрон и 100 килограммов сырья для его изготовления. Во время специальной операции был задержан 32-летний мужчина. Для того, чтобы изготовить мефедрон и сбыть его, задержанный арендовал в Алатауском районе города частный дом с подсобным помещением. Как рассказали полицейские, при обыске нашли готовый к реализации наркотик, химические реагенты, стеклянные тары, пробирки, весы и электропечи. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев подозреваемый наладил работу в лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик мефедрон. Следовал онлайн-инструкциям своего так называемого работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья. Подозреваемый взят под стражу. Уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 297, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление других звеньев криминального промысла.